русская версия Слендермена, ребята. Ирина, что происходит? Привет, ребята, с вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Ребята, вы видите конверт в моих руках, а это значит, вы просто обязаны прямо сейчас поставить лайк, ведь больше лайков чаще видео. Со мной снимается моя собака Лаки, Лаки, немецкая овчарка Лаки. Очень любит монстров, ловить их, есть их, искать их. В общем, помогайте мне снимать видео, очень крутые и страшные. Лаки всегда со мной, ставьте лайки, лайки, ребята, и подписывайтесь на канал Ясинская Пэтс. Ссылка в описании, внизу на все мои каналы, там еще я страшилки рассказываю на канале Ирина Ясинская. Короче, много всего. Здесь, ребята, у меня лежит 500 штук баксов. 500 баксов! 500 баксов! Ребята, потому что сегодня мы с вами покупаем шоколадку на сайте Darknet. И знаете, кого знаете? Вы просили его очень давно. Это Слендермен. Шоколадка Слендермен с сайта Darknet, которую мы будем жрать в 3 часа ночи, ребята. Прямо сейчас пойдемте отдадим эти денежки менеджеру. Итак, ребята, короче говоря, мы сейчас направляемся к тому месту, где мы обмениваемся покупками сайта Darknet. Этот конверт я сейчас оставлю на нашем доме из дерева, доме на дереве, бывшем доме на дереве в лесу. Ведь, как вы знаете, Слендермен живет в лесу, и он жутко одинокий и жутко опасный. Я оставляю конверт с денежками прямо здесь, где мы и договорились. И, ребята, мне остается просто сделать фото и отправить ему его менеджеру сайта Darknet. Итак, ребята, фото сделано, я отправлю, ребята, теперь просто ждем нашу шоколадку Слендермена. Итак, ребята, вы видите на моем экране, что шоколадка Слендермена уже пришла. Мы тут ждали 3 часа, я окоченела, замерзла. Хорошо, что со мной моя собака Лаки, и она, моя собака Лаки, не дает мне замерзнуть. Посмотрите, какой у нее теплый ежик, какой у нее шоколадкий. Так, ладно, пошлите за шоколадкой. Ну, жесть, ребята, короче, я не знаю. Мы собираемся еще попробовать эту шоколадку на вкус. Я не знаю, как она будет. Я не знаю вообще, как она выглядит. Но я рассчитываю вообще увидеть сегодня Слендермена в этом лесу, после того, как я попробую эту шоколадку. О, вот она, ребята, она огромная. Это просто гигантский шоколад. Посмотрите, что тут написано. Слендермен шоколад. А почему шоколад на русском? Ну, короче, походу, это русская версия Слендермена, ребята. Русский шоколад Слендермена. Офигеть, тут логотипы его. Типа, забрендованная шоколадка Слендермена. Очуметь, ребята, посмотрите, какая она огромная. Это не маленькая шоколадка, это огромная, гигантская, длинная шоколадка Слендермена. А, я поняла, почему она такая длинная. Ведь Слендермен, он очень высокий и очень страшный. Он буквально, я не знаю, он ростом с это дерево, наверное. Короче, ребята, прямо сейчас отправимся к нам домой туда, зайдем в дом мистики и попробуем эту шоколадку, посмотрим, что же там внутри. Итак, ребята, мне уже не терпится открыть эту шоколадку Слендермена и узнать, что же там внутри, какая она на вкус. Лаки, смотри аккуратно. Смотри, не попробуй эту шоколадку. Это очень опасно, и собакам этого делать нельзя. Она реально огромная, ребята. Посмотрите. Какая гигантская шоколадка! Это просто чума, да, Лаки, это чума! Я в шоке! Я просто в шоке, ребята! Я, конечно, просто думала, что тут что-то будет хотя бы. Она огромная шоколадка! Но пахнет она, ребята, какими-то болотами! Просто какой-то, как загнившая... Жесть, это... Слушай, а там не написано? Дай-ка почитаем, тут какой вкус. Я угадала, ребята, тут написано, короче, на английском. А вкус, вкус, это, блин, вкус, ну как это с английского переводится? Ну, короче, топи и болото. Вкус топи и болото, ребят, это просто чума. Прямо сейчас я попробую. Да выкинь ты уже эту упаковку. Я прямо сейчас попробую эту шоколадку. Может быть, она внутри, там какие-то есть тараканы. Давайте ее сломаем. О, черт, полплитки отвалилась на песок. Ладно, главное, чтобы Лаки не съела. Так, ничего нет. Нормальная вроде шоколадка. Блин, жалко. Ну ладно, пофигу. Пусть здесь. Так, короче, ребята, я решаюсь попробовать и съесть вот эту плиточку огромной гигантской шоколадки. А, what the fuck?
Отстой. Невкусно? Как будто я жую траву. Отстой, реально отстой. Блин. Я не буду больше есть. Это невозможно. Ну и какашка. Жесть. Она реально, как будто я жую траву. Черт, я уберу, чтобы собака не достала в машину. Я сейчас блевану. Сейчас блевану, реально. Есть что попить? Черт. Вообще ничего нет. Дим, подожди. Я сейчас... Сейчас блевану, реально. Сейчас я поищу. Черт, Ирине плохо. Надо срочно найти воды. Ирина, где ты? Ирина, что происходит? Ты это видишь? Где? Быстрее, за мной. Черт, Дим. Ты видишь его? Вот же стоит Слендермен. Прямо передо мной стоит Слендермен. Дим, ты видишь его? Нет, я не вижу ничего. Короче, ребята, походу, свойство этой шоколадки не то, что я превращусь, а то, что это все впитается в меня. Я буду видеть Слендермена, ребята. Я надеюсь, что вы тоже видите прямо сейчас его перед своими глазами. Я надеюсь, что вы реально его видите, потому что Дима его не видит. А я вижу, как Слендермен ходит по моему лесу. Господи, посмотрите. Это просто невероятно. Посмотрите, какой он страшный. У него просто нет лица, у него нет глаз, у него вообще ничего нет. Реально, посмотрите на его щупальца. Главное, чтобы он меня не схватил. Дима, будь осторожен, если ты его не видишь. Возможно, он тебя видит, возможно, он нас не видит, я не знаю. Он просто ходит по лесу, он просто бродит и смотрит в разные стороны, что он делает, господи. И теперь он навсегда останется в этом лесу, я не знаю, что делать, ребята. Когда закончится это действие, я перестану видеть Слендермена. А возможно, он всегда здесь, просто я начинаю его видеть после того, как съем кто-то какой-то предмет Слендермена. Я не знаю, ребята, как это все происходит, как это возможно, ребята. Да я прямо сейчас вижу этого Слендермена, который гуляет у меня по лесу. Это просто взрыв мозга, я не знаю, ребята, как вам это объяснить. Я надеюсь, что это не очень страшно. Если страшно, то обязательно выключите, ребята. Если вам нравится, как выглядит этот страшный Слендермен, то поставьте лайк, ребята. Черт, я перестала его видеть. Походу, две плитки шоколада, которые я съела, они действуют достаточно мало. Ребята, я поняла, теперь если есть шоколад, я могу видеть этих призраков, я надеюсь видеть этих монстров. Это просто жесть, ребята, я надеюсь, что вы их тоже видели, они попали на камеру, я надеюсь, что они вам понравятся, ребята. Они нереально страшные, короче говоря, это была просто жесть. Такого Слендермена я еще не видела, он какой-то новый, модифицированный, усовершенствованный, он реально страшный, ребят. Хорошо, что он меня не сожрал, ребята, я надеюсь, что вы никогда не будете покупать шоколадку на сайте Darknet, и вообще вы не сможете найти настоящий сайт Darknet, потому что он отправляет ссылки только настоящим блогерам популярным, у которых много подписчиков, например, как у меня, начиная от 100 тысяч и выше, ребята. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на эти левые сайты Darknet и ничего там, тем более не покупайте, ребята. Ну все, я жду вас на своих каналах, все ссылки внизу, в TikTok, ВКонтакте, в Instagram, ребят, подписывайтесь, я люблю, ваша королева мистики, всем пока!